А между тем ставка по ипотечным кредитам для бюджетников снижена на 1%. Об этом сообщили в госипотечной компании. Отмечается, что решение начнет действовать с 15 февраля. В итоге годовые процентные ставки по всем действующим ипотечным кредитам, выданным до 1 ноября 2019 года, будут снижены с 7,9% до 6,8%. Ставка зависит от первоначального взноса заемщика. Первые ипотечные кредиты в рамках программы правительства «Доступное жилье» выдавались по ставкам 12-14% годовых. Начиная с 2016 года проценты по кредитам снижены.